В Кузыбаев Юниверсити прошла встреча студентов с бывшим проректором вуза Мандыком Тулешевым. Говорили здесь о механике и машиноведении. Академик рассказал молодежи о своих проектах в сфере робототехники. Под его руководством были созданы медицинские роботы, которые пользуются большим спросом. В планах у Мандыка Тулешева сотрудничество с местным вузом и заводами. Мы разработали один проект по цифровизации завода по машиностроению. Эта программа начнет работать с этого года. Задачи этого проекта мы разработали с заводами, с которыми мы сотрудничаем. Планируем наладить дружеские отношения с Североказахстанским университетом и местными заводами для дальнейших разработок проектов в сфере машиностроения.